чипманк и киса. Смотри, что делает, а? Ну что, разве я могу запретить ее? Животные инстинкты. Так он на меня захотел залезть. Ничего себе. Замучила совсем дружка своего. Это маленький чипманк, это видно детеныш. Все, киса, все. Ушел от тебя, дружок, в замочную скважину. Ой. Слушай, ну найди хорошую дырочку, а, дружочек. Совсем ребятишка. А вот не душит, не давит. О, еще один бронтозавр. No, don't worry. Слушай, ты. Ну, кошки домашние, поэтому domesticated cats. Means they have no instinct to kill, they're just playful. Whether chipmunk likes that, probably not. Most likely, definitely not. Ну что теперь делать? Ну что? Достаточно? Enough? Давайте, ребята, чешите по своим делам. Наверное, нашел дырочку и убежал в норку. Молодец. Молодец, чипманк. Good boy. Ха-ха-ха-ха-ха.